налево. А где вы были? Yeah.
На белой яхте, на фоне голубого моря, втянув живот. Сейчас. И раздуваю губы. А что, я сделаю бомбическое селфи? Огонь, вода и нефтяные трубы. Мне снова 20. Гиалурон мне в помощь. Вес вообще 50. Но я верю в это, боги. Меня терзает снова чувство туманной андромедовой тревоги. Мартини с водкой, Саша. Хотя какой сейчас шутан Мартини, правильно? 3000 чертей, хэштег тебе в печень. Карету мне, я к бабушке поеду. Он меня всегда поймет, мое душевное бикини. Я думаю, мы не завидовал. Я вспомнила, как мама говорила.
Спасибо большое. Я очень давно... Дорогие люди, простите, если я не могу петь по 6 часов. Дело-то сейчас не в этом, а в том, что я... Смотрите, мы друг друга уже давно знаем. Есть такой момент, как невозможность, давайте по-человечески, невозможно вместить в один сольный концерт все, что поет вот эта тетя. Это невозможно физически. Потому что можно действительно дышать. То есть если когда-нибудь, может, я марафон, как Иосиф Давыдович, устрою, а надо, да? Ну ладно, хорошо. Это я обещала то, что меня попросили. Я сейчас, знаете, ох, что я натворю. Вы присели? Присаживайтесь уж. Где там мое место? Вы знаете, конечно, один из самых серьезных городов в мире – это Москва. Костя, где Данилов? Иди ко мне. Нет, иди просто помоги мне. Садись со мной вот сюда. Ну, наконец-то. Один из самых серьезных городов, который может поспорить и по красоте, и по значимости. Угу. Вот. И как бы мы ни, там, ни хаяли нашу страну, у нас есть и плюсы, и минусы. Лицо Российской Федерации – это Москва и Петербург. Ну, Хабаровск тоже. Это представитель Дальнего Востока. Знаете, я, чтобы я не была такой, знаете, простите за выражение, когда я читаю стихотворение. Я приезжая в Петербург. Я уже петербурженка, но не коренная и не имею права говорить. Есть абсолютно коренные москвичи, они вообще есть. Вон оно как. Вон оно как. Но у нас очень много, мы, люди из другого города, очень часто встречаемся с подобным видом москвичей, которые позорят москвичей. Вот. И выступают в роли людей, которые... Да знаете вы этих людей очень хорошо. Потому что чем больше снобизма, чем больше понтов, тем меньше московскости. Натуральные москвичи. Поэтому я сейчас для того, что больше я действительно читаю, и вот это мое стихотворение. Я прочитаю вам два стихотворения. Одно будет про Хабаровск и Москву. Это моя поддержка, мужская. А правильно, мое. Правильно, ушли люди, и, скорее всего, не москвичи. Обычно москвичи просто очень любят театр. Они в Хабаровск улетели, да, там улетели. Поэтому вот две вещи, только без обид, пожалуйста, ладно? Потому что вот это мое, а то, что я сейчас прочитала, но не мое, я прочитала это. Его сочинила девушка, которая выросла в детдоме в Хабаровске, в городе Хабаровск. Ну, значит так, москвич, вот ты конкретно, ты, который о Хабаровске говорящий, что, мол, у нас там не та география, у нас там климат жесток. А ты ведь 100 веков ближе помпы своей к Европе сидящий, ты слишком мал москвич, чтоб понять наш вот этот вот Дальний Восток. У них не скачут лошади, мясо жеванное у них не везут на оленях. И у вас, по-моему, не мертвый Ленин? Нет, ну чугунный, но он хотя бы у них стоит на площади. У вас есть Рублевка? Нет, ну правильно, они и не хотели. У них Тимати нету, да? Ну и прочего. Да и икра у вас, в отличие от нас, не символ богатства. У вас в детстве вообще многие ее переели, да? Так что, мой москвич, ты не очень будешь правильно в своем нерезиновом Деньгостоке. Они смотрят на карту на Дальнем Востоке. И скажешь, извини, пожалуйста, но Москва это окраина. А вот теперь мое. Это мое личное отношение. Вот устанет Москва и рассердится, и перестанет сиять изнутри,
И пока земля еще вертится, на себя самого посмотри. А уважать надо дома-то хозяина. Со своим уставом не лезть. Я люблю и Москву, и окраину. Я вообще всем могу одинаково петь. Только спеси-то нету. Вот, вернее, я ведь тоже сокрайно ненавижу столичную спесь. Только спеси нету у местных. Спесь и гонор удел чужаков. Я знаю москвичей чудесных, а знаю я и москалей. Кто ведет себя дома правильно, тот не будет в гостях наглеть. Я люблю и Москву, и окраину, я могу всем одинаково спеть. Вот кто любил Москву, любил, а кто использовал, заработал, ушел и забыл. Кто-то только на вкус ее пробовал, а кто-то злость на нее скопил. Вот устанет она, как расплачется, снимет с пальчика 3 пальца. И нас больше в списках не значится. И вот тогда мы увидим начало конца. Вот устанет она и рассядется. Концерт. Вы знаете, хорошо, что у нас есть такие места, где мы можем встречаться. Хотя бы. Но и спасибо вам за то, что приходите, в принципе, и приезжаете туда, где я бываю, где мы бываем. Большое вам спасибо за преданность, любовь, понимание, внимание и принятие меня такой, какая я есть. Спасибо. Вадик. Нет, что такое?